Итак, немного предыстории. Пришла мне вот такая посылочка из Китая, небольшая. Что же в ней? Заказывал, начнем с того, что заказывал ее в конце апреля. Вот, и шла она ровно 100 дней. Представляете? 100 дней. За нее уже китайцы сделали мне возврат денег. Денежных средств. Ну, правда, я заказывал две штучки, то есть вот китайца от этого магазина должно было прийти два таких переходника, но пришел только один. Вот, и сейчас мы его вскроем. Итак, наша посылка с переходничком для всех любителей, которые любят халяву, рекомендую. Вы ее закажете, она к вам придет, и возможно даже китаец сделает вам возврат, потому что идти будет очень долго, отслеживаться не отслеживается вообще. Проверять будем при помощи наушников. Я не знаю, как она поддерживает быструю зарядку или нет, но тем не менее. Сейчас мы возьмем наши наушнички, подключим наушники. И во всем убедимся, работает ли данный переходник или нет. Наш телефончик. Сейчас мы это все проверим. Так, определила как наушники, но не как гарнитуру. Переворачиваем. Вот теперь определила как гарнитуру. Ну и, соответственно, музычка. Достойное звучание. Ну, осталось проверить только самое малое. Это зарядку. Будем проверять теперь с зарядкой. Включаем зарядочку нашу и подкидываем ее к сети. Зарядка родная, Quick Charge. Должен работать. Зарядка пошла, пишет обычную зарядку, но тем не менее 78% сейчас у меня. Подождем. Процентов уже. Я думаю, что будет заряжать нормально. Для всех тех любителей, которые на разряженном телефоне любят на ночь посмотреть что-нибудь и позаряжаться, самое то. Ну а теперь прошу вас поддержать лайком данное видео, подписаться на канал. Все ссылки на данный товар будут в описании. Всем пока!